Добрый день, уважаемые друзья, дорогие подписчики. Ассаламу алейкум, азиз ватандошларымыз, акехонларымыз, бикехонларымыз. Ручает витаман, кейнус бейчас кетчундербирама. В сегодняшнем видео хочу разъяснить, гражданин обратился, то есть граждане обратились, помочь разъяснить, что делать в такой ситуации, когда аннулировали патент. Работали в фирме, они, то есть в фирме работали, через некоторое время, когда они производили авансовый платеж, им аннулировали патент. Вручили, то есть в трудовой книжке поставили печать, что на основании такой статьи был аннулирован патент. Обращение гражданина, пожалуйста, смотрим, а потом отвечу на данные вопросы. Поехали. Ассаламу алейкум, Саид ака. Сізді уже каналыңызды көріп бораман, ва грамотный сіз уже диалоглар олып борасыз. Вашу видео обращениені сізге жонатышты мақылды білдім, чүнкі жүді қан бір нозик масала ва бір чүнарсіз масала дисаман болады. Оша ман білішім бойынша 27 кішіден ошық инсон ман білішім бойынша ва олардың ішінде өзімі танышларым қан бор. Олар айтып өтішті, исімларын айтмаслікді ва оша название, оша фирма, бұлайға патент қылып берген еді, 2019 жыл, оша фирманың, оша ісміні айтып, өтілмаслығына айтып, өтмәнге. Ва оша құштырнақ ішідегі фирмада болып өткен, оша хүджет тоғырысы да, мақ қысқа түшіндіріп өтамын, патент тақланген, оша март ойда бұлар патентге ұжы падат қылышкен, патент тақланген, ва бұлар іш фаолетіні олып борышкен, ва октябр ойда, уже 2009 жыл октябр ойда фальшивый чек туланып кегенні анығылашкен ФМС таманыдан. Уже, яғни бұларды 6 ойлік регистрация уже тулауы түйген, ва период, яғни 6 ой тулаш кере бөген фирма өзі тулайды, құжатларының қамасына. Бүйірді фирма қам, ешқанағанге бір анаусы бұмаген, через парстрейдинг қыған ұша патентларыны, тулауларыны. Яғни ұша тулау, құлас, намасан болады. Фальшиви тулаңген бұген, ешқанағанге базада ұша чықмаген. Бұларды, құлас, аннулир қыған патентларыны, ұша ФМС таманынан. Ва бұларды сразы ұша октябр, даже ноябр ойда чақырып, сразу офисіге, ұша трудовой книжкеге, печатты босып, статья 327 білан, аннулируют патент, турдо книжкаларге босып, ва бұларге срочно өзлары билет олып беріп, ва Өзбекстанге жонап кетішкен. Яғни Өзбекстанге уже 9 ноябрге жонап кетішкен. Бұлар білмейді, нема сабаптан, нема болушы фирмадан түшіндірмеген. Оша фирмаға 85 кіші бір күнде жонатылген. Бір күнде болмаса қан, где-то бір аптан ішінде жонатылген. Яғни 85 кіші оша нөмірге түшіп қойген, запретке. Оша патент бойынша. Ва, албатта, бұлар торой үйде тұрген. Оша ноябрды шу іші болген болса, ноябр, декабр, январ, феврал, март. Мартта кеген бұлар, 6 мартта регистрация қылышкен. Яғни бұлар ұша фирма кемас, бошқа өзілері часны іш бойынша келішкен. Өзілері яшап тұрген даже квартираға регистрацияға қойып, бұлар ұша құжатқа ена падават қылышке борышкен. Ва оларды ұша ФМС 120 чакно ұша ұйырды тулау қылыш керек болген, ұша регистрация сұраген, ва миграционный карта, паспорт. Ва ұша маңы танышым, именно өзімі танышым, ұша рус тілін яқшы білады. Бұлар бошыда айтмақшы болмаген, ұша олдым біз, ұша патентіміз аннулируют болген, лиге хақыда айтмаген, айтса егер мо бұды бізді қабыл қылышмайды деп, кейін, яна ойлап көріп, ұша 120 акнода, ұша нема айткен ұша маңы танышым. Құлас, шындай-шындай, ұша турды өкінішкен көрсеткен. Прежде чем оплата, мана бізді предыдущий патентіміз шындай бөген, аннулируют бөген деген.
va o'sha 4-5-kani ko'rgandan keyin o'sha 120-chi oknoda turgan o'sha FMS ishchisi aytishganki, uyda qancha vaqt turding, ya'ni na rodinu. O'sha aytgan 4 oy degan. Значит, 100% вы получите патент деп ответ қайтарышкан. Ва ундан кейин албатта тўлов қилишкан, ҳеч қандай беспосредник ўзлари шу тўлов қилиб ва медкўрикдан ўтиб ва 30 мартга булар ўша получениега боришкан. Получениега боришса, айтишканки, ваш документ на рассмотрение. Келасизлар 13 апрелда. Уже 2020 yil 13 апрелда. 13 апрелга боришгандан кейин 144-чи кабинет чакырышкан ва оша отказ патент, патент берилмеди ва уларга мана шу экранда көрүп турганыңыздай бланка беришкан. Оша бланка оша нималар жазылган, оша ва шу бланканы олд оша аркы кысымында оша ручка менен жазылган 9-чи хулас Октябр ойыны 9-чи числосида, ошо 2020-чы жыл, силар келип, пересдача патент кылып, алышларың, алышасан, бу вакытча ала алмайсан дешкен. Ва кийин булар албатта эстесуна айтышкан, биз пул төлөгөндүк. Булар айтышканки, биз буну билмейбиз. Обратиться кылдык, прежде чем оплата, шундай-шундай бизди патентибиз шундай-шундай болгон. Оша бізге ответ қайтарышты, ештіме болмайды, сіз патент оласыз. Дегеннен кейін біз патент оплата қылдейік. Қандай болады, біздің пұлымыз қайтарылмайды ма дегенде, олар айтқан ки, жоқ. Пұл қайтарылмайды, оша айтылған числода келіп, пересдача қыласыздар деп айтқан. Ва енді оша Енді сізге берілген сауал, балким өзі қанақанге нима қылышлары мүмкін. Ең қызығы, ертеге бұларыны қамасын регистрациясы түгейді. Чүнкі бұлар бір вақта келген, 22-ші июнда, яғни ертеге бұларыны регистрациясы түгейді. Бұлар дальше нима қылышсын. Октябргеча Bular qolishlari mumkinmi yoki bo'lmasam o'sha granitsa ochilsa ketishlari kerak. Shunga saydaki o'zingizni bir fikringizni aytib o'tsangiz. Tamomi shundaki imno 85 kishi o'sha bir kunda o'sha 9 noyabrda chiqib ketishgan va ularni ko'pchiligi Moskvaga ishga borishgan, o'sha tanishlar chaqirishib Moskvaga ishga borishgan. Moskvada ular patent olgan va ular hozir ishlayapti. Qiziq tomoni nima uchun Sankt-Peterburg bularga patent bermagan? Nima uchun baza bitta emasmi yoki bular bazasi har xil? Bu uchun Moskvada o'sha insonlarga patent berishgan. Одной тоже случай bo'lgan. Mana shu savollarga albatta javob olaman saytda sizdan. Va yana bir bor oldindan rahmat qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ну, собственно говоря, уважаемые друзья, вы послушали, о чем идет речь. Ну, конечно, там на узбекском языке вам переведу. Гражданин в своем обращении поясняет, что в марте месяце заехали 85 человек граждан Республики Узбекистан в соответствии с федеральным законом номер 115, да, о трудовой деятельности 13.3 статья, обратились о выдаче патента. Патент был выдан гражданам в марте месяце 30 марта. То есть, да, они в марте обратились, 30 марта, когда обратились, еще сказали, что на рассмотрение. В апреле месяце они получили патент, они все работали, это было 19-й год, да, до октября месяца работали в фирме. Авансы платежи, получается, за патент осуществляли не фирма, а, как гражданин поясняет, что через посредники они осуществляли трудовую деятельность, ну, то есть, авансы платежи платили, фирма тут ни при чем. И в октябре месяце...
Фирма, получается, это, наверное, отдел кадров, либо бухгалтер, ставит в трудовой книжке печать. На основании, получается, пункт 2, части 2, статьи 327.6. Это трудового кодекса, где говорится, что трудовая деятельность иностранным гражданином прекращается в случае, если аннулируется РВП, либо разрешительный документ, в этом случае патент, да, то трудовую деятельность дальше они не имеют права осуществлять. И в трудовой книжке, когда поставили печать, что на основании такой статьи был аннулирован патент, и работа прекращается. И работодатели сказали, все, давайте, до свидания. Гражданам потом, когда они пошли в УФМС, им было вручено уведомление. А, это потом было. Потом граждане все они уехали на родину. Это было в октябре месяце 2019 года. И они возвращаются в марте 2020 года обратно, когда возвращаются. В марте месяце обращаются с заявлением о выдаче патента. Управление по вопросам миграции. И когда они обратились с заявлением, подали заявление, и 30 марта, когда они пришли, сотрудник сказал, что ваше заявление на патент на рассмотрение. Хотя по федеральному закону, там в течение 10 рабочих дней выносится решение либо о выдаче, либо отказ в выдаче. Да? И когда граждане показали, что у нас, посмотрите, пожалуйста, в трудовой книжке был аннулирован патент, на основании пункта 2, части 2, статьи 327, да? Прошу прощения, извиняюсь. То есть, когда это им потом вручают, что был аннулирован патент, да, в трудовой книжке они показывают, сотрудник сказал, вы оплачиваете авансовый платеж заранее, у вас нормально 100% получите патент. Граждане оплатили, когда в апреле месяц 2020 года они приходят, им вручают уведомление. Уведомление, содержание уведомления, то есть иностранным гражданинам, то есть в случае, да, пункт 4, это статья 22 статья 115 федерального закона. В случае непредоставления в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи копия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ. Им был аннулирован на основании этого, я считаю, потому что в статье 22 нет оснований, если вы не оплачивали авансовые платежи, либо платежи были фальшивые чеки, да? Если вы не оплачивали патент, за патент не оплачивали и платежи не поступали, это не основание для аннулирования, просто патент срок 10, он прекращается, он дальше не работает, патент, и все, это не аннулирование. Аннулирование это по статье по 22 пункт 4 был. В случае непредоставления копии трудового договора. Если вы осуществляете трудовую деятельность у работодателя, который является юридическим лицами, с момента получения патента, когда вы патент получаете, пишите расписку, что обязан предоставить копию трудового договора в течение 2 месяцев с момента получения патента. Вот эти договора, они не предоставлены были. И на основании этой статьи, этого пункта, был аннулирован патент этим гражданам. И когда они обратились за патентом, за выдачу патента, заявление, да, и был пункт такой, 24-й, что на основании такой, то есть, да, например, 22-й статьи, в случае, если иностранным гражданину было отказано в выдаче патента, переоформление, либо ранее выданный патент был аннулирован, данный гражданин имеет право подать заявление заново не ранее, чем 1 год. Со дня отказа выдачи или переоформления патента. То есть, им был в октябре месяце 2019 года патенты аннулированы. Об этом они, как бы говорят, не знали, да? С момента аннулирования 2019 года октября, да? Через год они могут подать. То есть, соответственно, в октябре месяце, 10 октября 2020 года, они имеют право повторно подать документы на патент. Вот такие вот случаи были. Вопрос потом они ставят, что нам делать? Они сейчас находятся на территории Российской Федерации. Как бы сейчас у них регистрация в мае закончилась, да? Патенты как бы у них нет. Но ответ на вопрос, границы пока не открыты. То есть по указу президента с 15 марта по 15 июня иностранные граждане, независимо от цели въезда, да? Работы либо частные, имеет ли, не имеет ли патент, они имеют право осуществлять трудовую деятельность. Но при этом, это касается работодатели, привлекающие иностранных граждан, да, трудовой деятельности, не снимается с них обязанности подать уведомление в УВМ
расторжение и заключение трудового договора. В ином случае, статья 18.15, то есть там часть первая, часть третья идет, привлекут работодателя, то есть это если физлицо от 2 до 4 тысяч, это в Сибирске, да, в Москве там подороже будет. Если гражданин является, то есть работодатель является юридическим лицом, да, либо индивидуальным предпринимателем, но ИП-шник тоже приравнивается к юридическим лицам, от 200 там, до 4 тысяч рублей штраф, от 400 до 800 тысяч рублей штраф. Поэтому работодатели не снимаются. А иностранные граждане имеют право осуществлять трудовую деятельность с 15 марта по 15 июня. По регистрации, то есть временный срок временного пребывания, да, миграционный учет, они также имеют право продлевать до 15 июня. Хотя вот в законе написано, на 93 дня продлевается, да, по указу президента. Второй вопрос задает, могут ли оставаться они до октября месяца, потом подать, да, на патент. Если откроют границу, если данную меру не продлят, да, 15 после 15 июня, они имеют право продлевать регистрацию, срок временного пребывания продлевать на основании указа, да, и до октября оставаться, потому что сейчас будет совещание, до сентября, до 15 сентября могут продлить данную меру. Они сейчас, эти граждане, находятся законно, ничего не нарушают, да, им отказали патент, но они имеют право 10 октября 2020 года имеют право повторно подать. Поэтому они, да, имеют право сейчас остаться до октября, потому что границы закрыты. Они вот так будут до октября продлевать миграционный учет и в октябре месяце подать на патент. Вот и все. А что им было, еще раз повторюсь, платеж фальшивый, это не основание для аннулирования патента. Есть вот перечень оснований, да, статья 22. В случае непредоставления документа, то есть копия договора, да, в случае там 18.11 может быть, да, предоставление ложной информации. Вот так и все. Но у них был аннулирован патент по 4 статье, по пункту 4, потому что. И потом при получении патента, когда они пришли, уже оплатили за патент, им вручили справку, что вы имеете право повторно подать через 1 год. И также они поставили вопрос, как вернуть излишне оплаченный налог. Если не ошибаюсь, статья 78 Трудового кодекса, вы можете, то есть, подать заявление на налоговый орган, так как вами был оплачен налог, он как бы, ну, не действует, да, вы оплатили налог, который у вас нет патента, то есть у вас просто так отдали. Поэтому пишите налоговую, не в миграцию, чтобы вам вернули эти деньги, и вам вернут. Нужно будет обращаться в налоговую. Yana bir assalomu alaykum aziz qadirdon vatandoshlarimiz, akaxonlarimiz, ukaxonlarimiz, bizning kanalimizni e'tibor birlik bilan obunachilarimiz ko'rib boradigan. Mana ko'rgan hozir videomizda ukaxonimiz murojaat qildilar. Shunaqa deb bu savollarga javob beraman. Birinchisi, patentni annulyat qilganlari mana mart oyida 19-yil kelishgan ekan. Октябрь ойда аннулит болган патенты. Кюхонымыз айтатылаки, что патент чекіні па через пасырен төлешкен аган. Патент өтмеген чеки. Бу, агарда патент чеки өтмеген болса, бұне аннулит қылмайды. Бұне аннулиру немес. Просто срок действия прекращения. Агарда патентті март ойда олып, апрель, майда төлемеген болса, просто срок действия прекращать кылынады, но аннулировать кылынмайды. Просто патентіңіз жол болады, күйады халас, но действующий патентіңіз аннулировать болмайды. Икіншісі, октябрь ойда трудовая книжкаларға печат бос берді, штамп. Икінші модда, икінші қысым білен, 327 статья білен, 6-ші часть, точка 6, трудовой кодекс, мехнат кодексі білен. Бұ дегені, агар да хориджи фқораны, патенті күйген емес, патент аннулит болған болса, ішләш кәпкі ек. Шу моддаға қарата, работодатель іш беру үші тамон, печат болсы берген. Кейін бұ хоржи фқорыларымыз, октябрді үйге кетшкен 19-й ил, 20-й ил март ойда келішкенден кейін мұрожат қылышкен. Ич кішілер бөлімге мұрожат қылышкенден кейін март ойда, апрель ойда борышкенде патентке пүл төлі деген. Ич кішілер бөлім патентке пүл төлі. То есть апрель ойда келішкеннен кейін оларға
ichki ishlar bo'limidan UFMS ishchilari qog'oz berilgan udamleniya degan bu xabarnoma berilishganki, что sizning patentingizga patentingiz to'lovingiz atkaz bo'ldi. To'lovingiz emas, patent vidish atkaz berilgan. Bermagan sababi bu oktyabr oyida 2019-yil patentlar annulled bo'lgan. 22-yil moddaga qarata 24-chi statyasi bilan, 24-chi chasti bilan agarda xorijiy fuqaroning patenti annulled bo'lgan bo'lsa, yo atkaz bo'lgan bo'lsa, shu annulled qilgan kunidan, yilidan 1 yildan keyin повторно ariza tashlashi mumkin. Undan oldin bo'lsa patent berilmaydi. Bularniki oktyabr oyida 2019-yil annulled bo'lgan, O'zbekistonga ketishgan, O'zbekistondan 4 oy turib kelishgan. Akoshkaga borgandan keyin ko'rsatganda mana bizniki shunaqa shunaqa degan 100% olasan to'la degan. Bular to'lashgan aprel oyida atkaz kelgan. Nima deganda oktyabr oyida annulled bo'lgandan keyin bularniki повторно oktyabr oyida 2019-yil emas 2020-yilda ariza bilan murojaat qilishlari mumkindi patent olish uchun. Lekin bular aprel, mart oyida qilib qo'ygan, bularga soatvesini atkaz kelgan. Endi hozir bularning savollari Saidaga, biz mana shu oyda, hozir may oyida registratsiyamiz to'ladi, vaqtincha yashash davrimiz muddati tugadi deyishdi. Shuni cho'zdirib, oktyabr oyigacha yashashimiz mumkinmi deyishdi? Ha, mumkin. Chegaralar ochilmaguncha sizlarning hozir may oyida tugagan bo'lsa, sizlarning hozir avtomatik registratsiyalaring 15 iyungacha cho'zilgan. Chegara ochilmasa, sizlar hozir yana avtomatik cho'zasizlar, sentyabrgacha cho'zishlar mumkin, chunki agarda bu hozir ana shu nimasi muddati sentyabr oyigacha cho'zilishi mumkin. Registratsiyani sizlar cho'zasizlar, prikaz bo'yicha sizlar bez patent, bez registratsiyada ishlashga haqqlaring bor. Buni ukazda yozilgan. Но qabul qiluvchi tomon, ish beruvchi tomon, firma bo'ladimi yo oddiy fiziki lice bo'ladimi, udamleniya xabarnoma topshirib qo'yish kerak UFMSga. Agar shu narsani qilinmasa 18-15 statya bilan, agar fiziki lice bo'lsa 2000 dan 4000 jarima tuziladi. Agarda yurik bo'lsa, yuridik lice bo'lsa 400 000 dan 800 000 shtraf qiladi. Udamleniya topshirmasa 18-15 bilan. Hozir mayda registratsiya tugagan bo'lsa, maygacha bo'lsa 93 kunga registratsiyani cho'zib berish kerak. Sizlar oktyabr oyigacha chegara ochilmaguncha propiskani cho'zib, bemalol ishlab yuraverasizlar sizlar. Ana shu oktyabr oyigacha chegara ochilmaydi deyishyapti, lekin patent ham kerak emas, registratsiya ham kerak emas, sizlar bemalol ishlab yuraverasizlar. Savollaringa birinchi javob. Ikkinchisi, patentga to'lab qo'ygan pulimizni olishimiz mumkinmi deydi. 78-chi statya bilan Trudovoy Mehnat kodeksi bilan sizlar murojaat qilsalaring bo'ladi. Trudovoy kodeks bilan Trudovoy nalogovoy službaga murojaat qilasizlarki, излишний нам оплачен налог. Sizlarning to'lagan pullaring faktiski UFMSga tushmagan. Faktiski yo'q sizlar, patent yo'q narsaga to'lagansizlar, patent olmagansizlar. Shu tufayli sizlar murojaat qilishingizga nalogovoyga shu pulni qaytarib olish uchun. Yana bir marta tushuntirib o'taman. Sizlarniki patentlaring chekini to'lamagansizlar, falshivi bu uchun annulled bo'lmagan, bu uchun annulled qilmaydi. Bu uchun agarda patentni may oyida olgan bo'lsalaring, aprel mayda olgan bo'lsalaring, iyun iyulda to'lamasalaring, patentlaring просто срогi tugaydi, ishlamaydi dalshi patent. Bunga annulled qilinmaydi. Annullirovanie sizlarniki qilgan firmada ishlaganlaringdan keyin ofitsialni kirgansizlar, 2 oy ichida patentga ariza topshirayotganda yuridik sudda ishlaymiz degansizlar, patent olgan kunlaringdan 115 federalga tufayli qarata sizlar 2 oy ichida kopiya mehnat trudovoy dogovori kopiyasini topshirishingiz kerak. Shartnoma, mehnat shartnomani kopiyasini 2 oy ichida olib kelib topshirishingiz kerak. Sizlar shu narsani qilmagansizlar. Shu narsani qilmagandan keyin sizlarning 22-chi statya bilan 4-chi punkti bilan случае непредоставления трудового с пунктом 7 patentlarni annulled qilgan oktyabr oyida. Oktyabr oyidan keyin sizlar повторно oktyabr 29-2020-yilda topshirishingiz mumkin edi. Savollaringizga javob. Hammalaring kasal bo'lmanglar, sog'lik, salomatlik. Agar biror savollaring bo'lsa, murojaat qilinglar, obязательно javob beramiz. Mana savollarga to'liq javob berdim deb o'ylayman. Bo'lsa agar savollar bo'lsa yana savol bersanglar, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Biz obязательно javob beramiz. Bu video Xudo kanalimizda chiqadi. Uka xonimizga jo'natamiz. Obuna bo'linglar mana kanallarimizga.
Уважаемые друзья, ответили на все вопросы. Будьте здоровы, не болейте, берегите себя и своих близких.